Переносимся в Зеленчукский район. Весной этого года жители села Нижняя Ермоловка обратились к главе республики с просьбой помочь отремонтировать дорогу на нескольких улицах. Проведен ли ремонт дорог и довольны ли жители результатом, узнавала съемочная группа «Вестей». Из живописного населенного пункта, который манит туристов, репортаж Аллы Динаевой. Живописные уголки Карачаево-Черкесии всегда манили туристов, а Нижняя Ермоловка богата еще грибами и ягодами. Здесь раздолье для тех, кто любит собирать лесной урожай. Тут все есть. И грибы есть, и ягоды, и малина, и есть все. Загенгирей Сирачев 20 лет назад построил здесь дом и переехал сюда на постоянное место жительства. Спокойно здесь. Природа хорошая. Очень. Да. Я там-то в квартире жил на Буково. Квартиру продал, построил дом и тут живу. Здесь растет много бузины, но почему-то нашу улицу назвали Алычевая, улыбаясь, рассказывает дедушка. А с одноименным названием здесь даже две улицы. Вон там через ручей надо было прыгать, там, а сейчас сделали мост, ну, положили трубу, посыпали, вот и нам выровняли улицу. Лучше стало, конечно. Сухую, недождливую погоду по этой проселочной дороге можно без препятствий пройти и проехать. Но после дождя и после снега образовывались лужи, и это создавало жителям неудобства. Нижняя Ермоловка входит в состав муниципального образования Даусусского сельского поселения, которое возглавляет Руслан Лайпанов. Мы заказали 300 тонн щебня, и у нас три улицы. Вот эта улица, параллельная улица. И третий чуть дальше. И на это на все ушло 300 тонн щебня. Щебень мы его закупали в карьере в Хабезе и оттуда возили сюда. А чем она лучше обычной? Она, вот у нас, которая в Даусусе щебень, она мытая. А эта щебень, она не мытая, она вместе с песком. И она держит, хорошо она держит. По смете была заложена, и мы планировали засыпать дорогу щебнем 5 сантиметров, а в процессе работ решили сделать этот слой еще плотнее, рассказывает глава поселения Руслан Лайпанов. Ведь для каждого жителя важна инфраструктура, особенно в селах, чтобы жизнь была еще комфортнее и позитивнее. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.